Экологически чистый район, развитая инфраструктура, жилой комплекс европейского уровня «Пироговская ривьера». Квартиры в рассрочку без первого взноса. Так-так, до шабата осталось 4 часа, а дома шаром покати. Что же делать? Точно, сегодня же в Московском еврейском общинном центре ярмарка шабатных угощений. Надо туда заглянуть. От такого ассортимента глаза разбегаются. Блюда из еврейской, азербайджанской, грузинской, узбекской, белорусской и русской кухонь. Как же сложно мне определиться с выбором. Кто бы помог? Вот традиционные еврейские блюда. У нас хацелим, очень вкусный, фаршмак, селедочный, салат фунчоза, очень вкусный. Это у нас хумус, разбирает прямо на ура. Теперь у нас мясной отдел, курица, говядина. Есть колбаса, тоже очень вкусная, все кошерное. Готовится все здесь. Азербайджанские лепешки. Здесь у нас рыба, карп фаршированный, дорада, сибас. Есть еще карп по-бухарски, тоже очень вкусный. Здесь у нас грузинская кухня, холодные закуски, горячие. Плов по-узбекски с бараниной. Конечно же, здесь есть и кошерная выпечка, традиционные халы, лепешки из тандыра, а также любимое лакомство всех девушек – пирожные. Медовик, Наполеон, эклеры. Здесь мне лучше долго не задерживаться. Интересно, а каков выбор постоянных покупателей? Здесь так все вкусно, замечательно. Что вы взяли? Расскажите нам, пожалуйста. Это рис с каштанами. То есть это деликатес. А что вы сегодня выбираете? Какой ваш выбор? Ну, мой выбор – то, что заказали дома. А что вы заказали дома? Дома заказали вот люля, шашлык. Вот, кое-что из закуски. Частый посетитель здесь и главный раввин России – Робер Лазар. Вот и перед шабатом он зашел сюда отобедать. Кажется, я определилась с выбором. Хумус, фаршмак, хацелим, карп по-белорусски и, конечно же, хала. Туда раба. Спасибо большое. Молодой человек заверил меня, что здесь делают самый лучший хумус. Что ж, попробуем. Он прав. Реально, как Рафаэлла тает во рту. Покорила в самое сердце. Израильтяне говорят, что еда – это национальный вид спорта. Что ж, сегодня я чемпион. Так, надо уже заканчивать обедать, а то сейчас всю еду разберут, а я еще ничего не купила к шабатнему столу. Всего последний кусочек и бегу.